будем смотреть, как идет работа. Построить нового моста. Хотя написано оправа мосту. Оправа. Значит, едем мы тут, а делают этот мост там. Посмотрим. Через железную дорогу. Новый мост. Смотри, что делаешь. Такие дела. Здесь такой рыбничек, и они здесь собираются и ловят рыбку. Ну, сейчас можно не видеть. Это впереди везут гриль. Где-то будут гриловать мясо. Дерево на отопление уже холодно. Уже даже наколото. Вот рыбы палевые деревья. Так что это разводят дерево топить. Слева реклама на Тони. Орел. Бензинка. Можно набрать из-под скалы чуть на Тони. А вот там можно пострелять стрельницы. Да-да. Ну там такие разные брони, оружие. Платишь и стреляешь. 8 градусов. Воздух 12. Сама это магистраль. 2 октября. 2 октября. Здесь могут олени пробежать. Откуда пробегут, если там так низко? Дивные. Если оттуда вот. Проехала COVID 19, не успела. Сергей заметил. COVID 19, у него был написан номер. Вот там впереди. Самый последний, самый первый. Вот видно, как спускается туман или облака низкие, да? Что все-таки холодно. Низкая облачность. Разница температуры, облака низкая. Вот там. Там хорошо туман. Электроцентраль. Вот от них трубы идут.
угольная теплоэлектростанция. Да, да, на угле. Вот это тепло. Идет по народам. Поговори, что это как-то спрячу, но это да, в нем давно так долго. Тепловые. Тепло идет. Ну и они производят электроэнергию. Тепло. Вот так. Здесь тоже какая-то организация. Мы всегда здесь газ заправляли для машин. Сейчас у нас нету газа для машин. Газу. Тоже какая-то электростанция. Тут тепло вообще по воздуху пошло. Теплоэлектростанция. Она и справа, да? Теплоэлектроцентраль. Ладные влаки стоят, товарный поезд. СТК. Ага. Станция техобслуживания. Здесь.